на 100%. А, и, кстати, 5 секунд, ну, вручную придется считать. Примерно. Потому что я не поставил минус. Я захожу. Да, давай. Сейчас будет 90% VR, мы со 100% мы все завахнем. 2, 3, 4, поехали. Что-то нет. Да. Идем медленно. Или быстро, наоборот. Нет, медленно. Лучший цикл. Ай. Ну, все равно мы сейчас идем на личный рекорд. Да. Не поставить ПБ можно будет, только не закончив ЦБ. Ну, а это вряд ли, потому что... Главное, ну, это... То есть, раньше можно было из-за Дементио только не пройти игру, а сейчас уже все. Ну, этих боссов невозможно не пройти. Ну, по крайней мере, я точно пройду. Хорошо. Здесь хорошие циклы, кстати. А, ты хочешь сказать, что Шимаказа написано не капсом, потому что ты стер лул? Так я все стер. Оу, ты чё так рано? Ладно. Ну, это ничего не рип. Нет, это рип. Нет, ну в смысле, нам нечего рипать. Рип 5 секунд. Так нам нечего рипать. Вот это рип. Да нет. Сложный прыжок. Вот этот. Давай. Видишь, супер оптимально. Так ты не уничтожил. Я уничтожил. Нет, это я стрельнул. На моем экране я уничтожил. Да? Ну хз. Ай. Да что? Ты в этот раз стоял. Не говори. Что-то гейдзо. Сейчас еще второй гейдзо. Я забыл, надо было, наверное, сделать там, что там, стоп-шар стрима или что-то, ну, типа лаки там. Запись? Ну, как тебе? Не, запись-то я сделал. Не, в плане, что там люди жаловались, типа, какие-то лаки или что-то такое. А, ну. Вообще никуда не попал. Что ты, ну просто... А. Я помог тебе, всё. А. Ну такое, да. Зря ресурсы. Мы оба теперь не попали. Можно, кстати, вместе попасть. Но нет. Но не в этот раз. Не сделали. Ай. Что? Опасненько так разрушать. Да. Забег идет к успеху. Я сделаю это с первой попытки. Знаешь, я угадаю эту мелодию там с 7 нот, да? Я сделаю этот участок с одной попытки. Этот тоже? Да. Никогда больше не буду лопать этот 7 нот. Хорошо, хорошо. Да. Блин. Ладно. Очень хотелось запрыгнуть на хороший цикл. Да.
Я верю в тебя. Фак, я не верю в тебя. Ну блин, я, по-моему, последние три раза что ли так сделал. С первой попытки. Ну, в прошлый раз ты с первой попытки. А, ну ладно. И ты сделал, да? Да. Ну, я в прошлый раз и позапрошлый раз точно сделал с первой попытки. Ну, ну блин, ну что за хрень там? Чего здесь нельзя перепрыгнуть? Забавно, что мы реально не знаем, кто за секретом пойдет, потому что, ну, там сильно рандомно. Да. Не хочу идти за секретом. Не, не. Ладно, если я умру на шипе, то считайте меня коммунистом. Зайди в портал. О, тут эти штуки исчезают. Рандомные, да, я знаю. То есть человек всегда пройдет, независимо. Шесть тринадцать. Что-то, ужасно. По-моему, не так плохо на самом деле. Ну, сап 5 надо делать. Секрет. А, ну окей, ладно. Опять это очень хорошо. Ты чё? Да! Хороший стрит. Моя коробка. Гадкий рандом. Умри от покемона. О мой бог, что ты делаешь? Чё? Наконец это было супер близко. Возможно, оно так и было. Кстати, я фиг пройду. Да пройдем. Ты всегда проходишь. Чего? Лоу. Ты начал думать о следующем прыжке и замотал ты. На самом деле нет, я просто что-то. Ну там краешком задел. Я чуть не умер. Умирай. Не хочу делать дурацкую коробку, не. Да коробку тебе в любом случае делать надо. Да, но я не хочу делать ее с под давлением. Сейчас будет тест, когда я вас зиплю. Ладно. Чё в тычком ты написал? Так, а когда сприт? А, вот сейчас сприт. Я нажал на ресет, и она сразу сделала. Так ты же сейф не взял, что я не понял. Вот именно. Сейвы не надо брать. Я без тебя не пройду их. Ну как не пройдешь, подожди. Я в прямом смысле ни разу в жизни не делал последнюю атаку. Ну она простая, она нерфленная 10 раз. Сейчас старай спидран. Ну что она троллит, ну? Да, иногда она троллит. Немножко это может быть. А пандры можно стрелять секунд 20. Ты зря не стрелял, конечно, сейчас. Ну видишь, я не знаю, когда. Сейчас направо надо перемещаться. Ну, да, направо все равно. А, ну я попробую, конечно. А, что я не хотел, ладно, не важно. Не прыгай так, слишком высоко, помнишь? А, все, когда это так, я думал там следующий. Даже порядок не знаю, да, не прыгай слишком высоко. Конечно, рандом вообще разный. То есть ты вообще прыгаешь прям по пулям на пофиг. Наверное, я очень медленно делаю, но просто не чувствую совершенно. Ну, да. Ну и пофиг. А-а-а!
Ну я не знаю, как хедировать. Ну ладно. Я просто не знал, что она так далеко заходит. Я вообще забыл, что она. Это практика плюс настоящий забег вот два в одном. Это пёс страйкбосса, летсплей и забег. В этом стриме просто всё. Это летс спидран. Вот примерно так и надо, только ты там слева зря болтался. Ну, да, мне так комфортнее. Ну, мне вначале тоже так было комфортнее, но потом снап приучил вправо быть. И мы стали быстрее намного убивать. Ага. Попробуем. Блин, ты немного отвлекаешь. А, мы забыли её продамолить, её можно убить вот там. Ну я не забыл, я нормально, как обычно все делаю. О, ты один. Не забудь про троллинг. Я не знаю точки, где можно сесть. Ну да, на мастере, конечно, он был пожестче. Троллинг? Ладно. Зажать вправо. О, в этот раз я справа. 11,5 минут. Отлично. Ну, окей. Надо делать сам 10 фламбер. Это типа нормальный забег. Когда-нибудь. О, нет. Что-то я начал новые страты тестировать. Я никому не скажу, вернее, никто не заметил, что я там по кубик, на кубик даже не попал, где-то его неправильно кинул. Что я неправильно кинул? Ну короче, ну в смысле, я короче на этот кубик не стал бы, даже если бы ты там все нормально сделал. А, ладно. Ну видишь, как хорошо, мы завалили все вместе. Да. Не, ну такое все хорошо, но... Настоящая кооперация. Обвинять, по крайней мере, не, ну, некого. Знаете, вообще никого не знаю. Всякое бывает. Как ты мог это зафлить? Что за хрень вообще? Что? Пройди Bad Apple с первого раза, и тебе не надо делать телепорт. После этого момента. Ну блин, видишь, это 100% просто сложнее игра. Не говори. А, ладно. Привет. А, я не могу уже, да, вернуться? Нет. Ну, вот попробуй. А, телепорт, телепорт отнимает. Я прыгал вправо в это время. На 100% тут нельзя прыгать вправо. Прикольно. Вправо, прикольно. В смысле, где нельзя, не понял. Не важно. Я не понимаю этот прыжок. Как его можно не понимать? Ладно, надо будет соло до туда добраться и тренировать. Ах да. На 100% это по-другому проходит, кстати. Что? Ты... На! Ну я тебя сбил, ладно. Да. Ладно, не важно. ПБ уже поставлен сегодня. Давай. Эй! Неважно. Да ну. Возьмись. Ну я вот на этом сюрике не умер. Я ну, не знаю. Ну вначале это нетривиальные прыжки, особенно когда ты просто приходишь сюда и сразу надо типа не буду делать. С непривычки иногда сложно.
ты... Ну, один раз, ладно, но два. Ну, я хотя бы гейт все-таки пропрыгал. Не-не. А, это правильно, брать. Ты куда, подожди? Да, бэктрак. Я думал, так, я ставлю первым. Ну, важно. Плохо, плохая идея. Тоже, тоже плохая. Возьмешь левым, смелый, нет? Как только ты возьмешь сейф, то сразу становится намного легче. Ой, торопишься. А как там надо было? Да, смотри, лучше, чтобы ты ставил платформу первым. А, ты там твоя, что ли? Да. Почему? Почему? Не знаю. Ну да, потому что ты первый, ты сам последний прыжок ты делаешь, типа, ты запрыгиваешь. Окей. Теперь ты делаешь бэктрек, а я жду тебя здесь. Все нормально, все нормально. Делай, делай, делай. Все в порядке. Я вернусь сам. Что-то бэктрек-то нетривиальный одному. Я никогда один не делал. Моя задача все усложняется и усложняется. Ты ж там тренил. Без комментариев. Ну, кстати, ты можешь мне, типа, помочь вообще на первом экране, а потом, типа, пока я тут дохожу. Поздно, я уже вернулся. Я чуть не упал по сейву. Нормально, все, я жду сейва. Ну, да, я, конечно, плохо, ну, все делаю, но первый раз... Ну, смотри, если делать другой скип, то это все не надо будет делать. Не, оно не сложно, просто непривычно. Я хоть и назад-то ходил, когда мы со снапом собирали, но все-таки у нас было две конфетки. Mm-hmm. Ну что я делаю? Ну, да я пытаюсь придумывать страты. А, да, там есть места, где ты можешь, типа, для гейта сделать страты с платформы. А бэктрак точно должен делать ты, потому что ты стримишь. Так интереснее. Ну да. Последний сейв на черно-белом. Ну, там еще надо будет платформы пройти справа налево. А, ну это легче намного. Ну да, у тебя конфетка. Я это делал, тем более. Потому что когда на двоих играешь, там... А, нет, там бывает помогает конфетка напарника, но... Вышел. Такое. Что-то не очень пока очевидно, как это оптимально делать. Да что я... Точно не так. Если подставить платформу, когда ты на земле, то она сразу исчезает. Так, я почти дошел. Я увижу, когда ты секрет возьмешь. Все, я взялся. Я попался. Пиксели с первого раза, прикинь. Но больше этого не произойдет. Я... Классненько.
такое тут? Давай ставь. Если это не слишком высоко. Не важно. Так, с первого раза это прыжок. Ну, там можно зажать влево, не такой сложный. Ну, не знаю, бомбы. У меня даже так получался нестабильно. Привет, двоичный. Привет, циферки. В смысле, двоичный. Ага. Двоичные циферки. Да. Мы во флипе прыжем. Ну, конфеткой, кстати, мы быстро прошли. Ну, именно сами. Да, основную часть. Твой звездный час. Нет. Иди сюда. Да! О, твой звездный час точно. Есть! Есть! Я сделал это! Я сделал это! Да, к слову, как это сказать? Ну, короче, я надеюсь, что два часа, что точно будет. Может, даже саб полтора, там посмотрим. Ой, посмотрим. Я чуть не умер. Как, я понятия не имею, как пойдут секретные боссы. Я очень плохо представляю, насколько видишь, первый это у нас, кого. Первый у нас отнял 3 минуты. Такой, то есть это незначительно. Ну да, но это самый простой босс. Ну, шмукоте самый простой в данном случае. Ну, да. А ББФ запостил свой рекорд? Нет. Ну, по крайней мере, может быть, он не утвержден еще. А что, за сколько они пришли? Не за много. Час 15 где-то. Но я видел, что у них час 17 был, но я не знаю, побили они его или нет. Недостаточно сосредоточен. Ну, тут же я раньше, помнишь, вообще никогда не умирал, а сейчас, наоборот, расслабился. И я стал умирать на это. Я вроде нашел страту и по ней всегда прохожу. Сейчас умру. Я, кстати, помню, когда конец. Вроде тоже начал замечать. Там синие яблоки скапливаются справа. Вот сейчас. Ну да. Ну, это довольно почти сразу. А, да. Ну, ладно, не важно. Привет, Андрей. Я сделаю это. Я сделаю это. Я не сделал это. Двадцать 4 минуты. Я справа. Ну, мы с червяка всегда с первой попытки проходим. Вот и сейчас мы с первой попытки пройдем. Конечно. Ну чё, раз на нем вообще можно умереть? Не понимаю, как. Нет. Ну это 100% червяк, кто знает. Тогда надо сосредоточиться. Опасная ситуация. Fuck you. Ну, я попробую. Ну блин, ответственность, конечно, пипец. Жди внизу, потом прыгай наверх. Да, я только один раз такой забыл. Да, хорошо. Не-не-не-не-не. Какая метка. Просто иди, давай. Ну я
хотел, но потом думаю, ладно, сейф лучше страта. Так, по центру примерно. А эта музычка, она вроде из червячков. Она из червячков. Да? Когда там вроде бы настраиваешь уровень Worms World Party. А, ну у меня Армагеддон был, что поэтому. Сейчас по Армагеддон играть, когда есть World Party. Я играл в Армагеддон до того, как вышло World Party. Ну, а потом надо было пересесть. Ну. Хрена ты давно играл. Когда я был маленький. Ну, да. У меня компа тогда еще даже не было. Ну, она еще на Соньке была, но у меня Сонька тоже очень поздно появилась. Тогда уже точно были все части, поэтому World Party я играл. Я в Армагеддон играл, и потом 3D играл, 3D отстой. Бананом убьет. Да, конечно. Это только на медиа возможно. Как это возможно? Это невозможно, если правильно. Ну, он тот оставляет больше блоков, запрыгивать неудобно. А-а-а, на медиа же это возможно. Интересно. Я не уверен, можно ли нажать ресет, когда на час можно, но можешь попробовать. Чёрт. Возьми сейф просто. Ты можешь взять сейф? Здесь? Да. Окей, хорошо. Я не знаю, что это было. Короче, произошла какая-то хрень с таймером. Я нажал сброс вместо сплита, но я отменил сброс. Ну, конечно, надо таймер чинить пока с приоритетом побольше, чем игра. Ну, все равно это же не что-то там серьёзно. Ладно, по-моему, тут автосейф. Это не так важно. Ну, как бы таймер дальше пошел, только я не уверен, то, пока он висело сообщение, он стоял или шел. Ну, короче, ладно, это все равно такое все бег. Не, ну правда, я если его. Если типа, поставить на паузу, а потом сделать отмену, то он чинится. Если он учитывает время, которое ты стал на паузе. Значит, реально. Я пытаюсь? Ну, давай попытаюсь. Все равно ты же не знаешь. Да, себя. Нет, пытайся, я плохо играю. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. О, еле успел. А как я понимаю, она по очереди этими ракетами цели. Да. Ясно. Да ты что делаешь? Ну. Это я. Ей. Ну она. Она плохо полетела. Она рукой махает перед тем. Да нет, она у нее позиция была плохая, неудобная. А-а-а. Слишком высоко. Не, ну выжить можно было, но я немножко растерялся, тем более давно не играл уже в это. По-моему, близковато к ним стоишь. Тут, кстати, можно прям под ней стоять на этой фазе, пока она не опустилась. Это хорошая страта, но как бы это, ну, на сложной сложности, а на этой, в принципе, можно по-разному. Ну и понимаю. Самая сложная. Нет, хотя самая сложная ракета, она очень сложная. Ну, по крайней мере, когда первый раз проходишь. Вот это самая сложная. Особенно, когда ты не знаешь ни старты, ничего, играешь сразу на максимальной сложности, это было так весело. Я помню. На мастере. Ну да, разумеется, она же вообще на мастере. Намного больше шариков здесь летит. Это как-то. О, она не убивает? Даже не знал. Ну нет, я не попал в нее. А, по-моему, крайне ты сквозь не попал. Есть! Сейчас только фаза. Но это вообще халява, правильно? Не такая уж, ну... Смотри. Даже я на нее ни разу не умирал. В смысле, на вот этой? А, ну да. Привет, Расти, спасибо. Но тут надо прям хорошо читать на максимальной степени сложности, она прям... Тут намного больше вот этих штук, и летят они очень быстро. Нет! Ай-яй, ну ладно. Я просто тебя с. Это я виноват. Я сказал, что нет. А, да, я суеверный, напомню. Скобочек нет. Не важно. Ну это же была победная, что ты уже старт. Ну, конечно.
Ну давай, еще сейчас будем мучить босса. Я достану меня. Она направляет эти штуки, если что. Они, да, они направленные. О, пучки. А в кого? По идее, ну, по-моему, у каждого своя вообще. То есть ты видишь свое, а я свое. По крайней мере, раньше так было. Он же постоянно эти... Вот эту логику... Оу. Да, иди направо, первый. Ты направо. Это я понимаю. Ага. Ты умер? Да. А, поздно я об этом узнал. Ок. Я думал, она на тебя наведет. Неважно, я мог пробиться, просто не сообразил. Привет, Дженнис. Извините, чат тяжело все-таки читать. Тут постоянно в этой игре почти экшон. Кроме как на третьем уровне, когда я на платформочке катаюсь. Единственная передышка, это когда босс, и ты умираешь. Ну да. Это ну и платформочка на третьем файле. На третьем уровне. Но здесь, на этом боссе, этого не произойдет. Да ладно, сейчас затащишь. А! Что? Я попробую. Ну на этой... На... На финальной фазе нет ничего, что надо учить. Так что, как бы, если ты ракеты пройдешь, возможно, ты пройдешь босса. Что за... Надо вверх направлять, при шишке. Затупил. Ну я пока не понимаю. Ну это даже, ну видишь, это даже на этой сложности довольно сложная атака. Ну да, не, я не спорю. Я просто умирал на предыдущей, поэтому она была самая сложная. До этого я не доходил, поэтому она не была самой сложной. Если она правда наводится, то она намного легче. Да, она не... На этой сложности она не очень сложная. Это... Не важно. Это туплю. Плохо. Ну плохо! Как это, какой там раз... дурацкий разброс. Я ж зажал влево, и ракета все равно прям в меня, не просто... не важно. Дурацкий разброс. Да, она очень тралит там разбросом, очень. Сначала в меня? Ну если хост не поменялся. Так часто он не меняется. Надеюсь. Есть. Уф, это было опасно. Это последняя атака, я забыл. Вроде да. Фаза, да, но она еще вниз опустится, имею в виду, и продолжит то же самое делать, только. Ну, они будут лететь горизонтально, ну, практически. Но это будет, по идее, легче. Ну, обычно это легче. Троллинг, короче, там волны будет пускать. Да, я знаю. А. Я же проходил. А, ну да. А, если ты проходил, что ты вообще удивляешься? Я не удивляюсь. Где я удивляюсь? Я просто не помнил, есть ли еще атака или нет. Нет, ты... Что-то она быстро сдохла. Ну, мы же вдвоем и дома. Как я люблю на этом троллинге умирать, ты не поверишь. Я так люблю на этом троллинге умирать, просто... Ну, не в этот раз. Да. Потом запусти ее и специально поумирай. Нормально. 35 минут. На первый раз сойдет.
четверо попытки кто-нибудь пройдет. Нет? Да? Да. О, хороший цикл. Вау. Ни хрена себе. Да. Давай какой-нибудь невозможный голдсплит поставим, который будем потом 3 года перебивать. Ну давай. Нет, не в этот раз. Ладно. Разрушь мой блок. Да я, ну я не понимаю как. Всё нормально. Ты понимаешь, там прыжок сложный, чтобы разрушить его? Все сложное. Ну не знаю, мне просто кажется, ладно, как хочешь. Ну я пытался его делать, когда я один играл тоже. Он получается, но очень редко, ну, довольно-таки. Так, ты мне платформу оставляешь. Нет, не оставляю. Первый раз ты не умираешь, и все будет нормально. Mm-hmm. Я просто иду сразу, потому что иначе мы время теряем. Я просто исхожу из того, что ты сразу делаешь. Ага. Наученный я тут. Ага, хорошо. Есть. Да! Здесь мы вафлили на хорошем... Я не знаю, надо как-то подумать над этим. Надо прыгать все-таки. Зараза. Тут появился этот. Ну да. Поможет ли? Не туда. Да что ж такое? Почему ты всегда на паузу дает? Каждый раз. Окей. В принципе, тут не так много времени теряется. Если не вафлить. Имею в виду, если быстро приходить в этот момент. Даже если на этом моменте умрешь, ничего страшного. Не в этот раз. Я верю. А, ты же в прошлый раз сделал, да? Да. Да. Ну все, проклятие снято, теперь ты first try, это всегда. Ну ты был впереди, я расслабился. Вон так это называть. Отмаза защиты. Так, это 100% Мико. Ну я же говорю, ну аккуратнее надо. Я вообще-то совсем расслабился, прыгаю вокруг. Все. Что-то рандомка хреновая. Местами. Да лол. Так, ты берешь стейк.
А у нас невозможен. Берешь сейф. Ненужный сейф. Да вроде время не теряется, ты все равно там прыгаешь пока. Что? Что сейчас произошло? Я не спустился вниз. Ну, типа, понятно. Надо было на платформочку упасть. Ну да, там тебе надо упасть. Да, что-то хотел оптимизироваться, но переборщил. Ну вот здесь хорошо получилось. Прыгай. О, ладно. Что? Я? Когда я прыгал? Ну просто видишь, ты раньше сюда приходишь. Но я никогда этого не делал, ты же всегда прыгаешь. Ну у нас же тренировочный забег, нет? Хорошо, в следующий раз, если я раньше приду, я прыгаю. Так ты всегда раньше приходишь, там, по определению. Но я никогда не прыгал. Ну, вот вопрос, хорошо, почему, я вопрос понял. Почему, да, непонятно. Хорошо. Зубами зацепился. Ну что, скип? Мы же тренируем, да? Давай. Тренируем. Один раз давай. Хорошо, один раз. Easy every time. Но после скипа ты в тот раз навафлил, потом 5 раз. Да. Я помню, спасибо, что напомнил. Мистер Августин предлагает там прыгать вниз, но, короче, нет, там дропкейт сложный. Мы от него отказались. Ну, это сейчас не критично. А, это там? Ну, ты раньше делал дропкейт. Да, я помню, но это не стоит того. Плюс там, как бы, там есть оптимизация в том плане, что... Смотри, с первой попытки это цель берем. Угу. Это не важно, потому что ты это сделаешь. Так, у нас же шмакоте. Да. Что? А, у меня платформы нет. А, весь порядок сбился теперь. Можно сойти. Ладно. Я думал сойти надо. Там не сойдешь там. Ну я сошел же. Просто я не допрыгнул до твоей платформы. Ты прав. Ну тут нельзя сойти. Ну кстати. Нет, я думаю, что я не. Я думаю, что да. Я там не мог пройти сейчас один, ну, с твоей... Ну, не знаю. По-моему, так невозможно. Привет, ночь. Почему я делаю это неправильно? Что со мной происходит? Что я там вытворяю? Какие-то паузы? Все, играем как обычно. Ты ставишь? Нет, я ставлю. Высоко. Не очень важно здесь. А, стоп, мне телепорт. Нет. Кажется, эту штуку можно взять где-то. Я помню, она исчезла у нас. А, это надо вперед выйти.
правильно я что-то сделал. Да что ж ты, ну... А ты ни разу не делал это, да? Нет. Я даже не помню, куда здесь идти. Ну, я хоть и делал, но опыт у меня не богатый. Есть? По два, повтори вопрос, если это был мне, потому что я вижу только или там уже. А 16 пикселей? Feels bad, man. Чё 16 пикселей? Не знаю, это был вопрос. Нормально сняли. Можно больше. Вполне приемлемо. Будешь больше снимать, когда будешь боговать. Хорошо. Не, больше я не смогу, нас будет один. Ну, в смысле, будешь снимать столько, сколько ты можешь один снять максимум. Он на медиуме так медленно это делает, я постоянно умираю из-за этого. Я ожидаю, что он быстрее. Кольца. Чё делаю? Неважно. Я труп. Блин, он чуть-чуть не дожил до урона. Угу. Лучше всё-таки умирать после этого. А, кстати, да, ВР неправильно показывает на Last Split. ВР 52 минуты, что-то такое. Добьёшь. Ой, блин. Добьёшь. Ладно. Это возможно. Давай, end the mighties. End the mighties. Fuck off! Oh, no. Ладно, вроде научились. Я опять забыл уведомление ВК выключить. Ну ладно. Ок. Так, когда сплит нажимает-то? Ну, когда появится, когда начнется битва. О, так, смотри, кто внизу, тот возвращается. Кто внизу окажется из нас двоих, тот возвращается к Сонику. То есть ты должен возвращаться. И что мне, R и M? M, M и R, M и R. Много? Просто спать. Ага. Есть. Во. Я умер. Не умирай. Не умирать? Да. Ну, то есть, если ты умрешь, придет сам. Сейчас фатально. Я не понимаю, о чем еще продолжать. Убей Соника, да. О, он не переходит во вторую фазу? Нет. Иногда переходит. Сейчас не умирай пока. Сейчас стейдж комплит появится. Я не могу уже умереть, а то он тут атакует. Вот ты в принципе не можешь умереть сейчас. Если все было сделано правильно, то она засчиталась. Но... Это мы узнаем, когда идем в комнату портальную.
А как же Playing Strata? Я забыл про них. Так сразу приятно стало играть. Приятно стало. Без комментариев. Fuck this fucking play. Ну это не чит, это баг какой-то внутренней игры. Не чит, это эксплойт. Ой, все, я что-то вофлю. Значит, следующий сегмент плохо пойдет, который после пружинки. Где-два пути. Нет. Первая пытка, поехали. Ну ладно. Самый. Ну да, шмакоте убивать не надо напрямую. Вторая попытка. Так, сейчас как обычно. Зачем? Это не как обычно. Блин, как же мне тяжело собраться иногда, почему-то. Ну почему? Интересно, что быстрее, мне ресетаться или назад идти? Что делать не важно? Смотри. Там можно сделать это намного быстрее, если ты... У тебя же двойной прыжок есть. Ну, я хотел вот сейчас сделать. Почему? Что? Был прав. Я стараюсь, но я не знаю. Но... Сейчас получится. Куда не денемся. Чё, что ты? Знаете, я возьму сейф и попаду в этот бит вторым. Это будет хороший день. Дропгейт это вообще стал получаться, надо же. Всего лишь дропгейт. С какой-то не Айвана механикой наполовину. К черту, все монетки оставлю, пойду дальше. Да. Я собрал все, что ниже сейва. За мной должок еще. Я собираю должок. А, я умер на экране с сейвом. Понятно. Там одна монета, значит, осталась. Должок я собрал. Почти. Вот, все собрал. Пробуем. Ну, я на полпути где-то. Ну, неважно. Лучше двоим пытаться, наверное. Ну да, я могу еще раз завафлить. Я завафлил. Бери, иди. У меня плохо Марио стал получаться, надо его подменить будет. О, ты сделал. Нельзя же вечно это вафлить. Причем раньше наоборот ты, кстати, это делал стабильно, а я вафлил, это я отлично помню. Да, опять не помню, ну блин. Сегодня часто это возникает. Как же это близко. Каждый раз. На моем экране ты каждый раз убиваешься об этом. На моем экране просто выглядит ужасно.
Не расслабляйся никогда, мало ли. Тут уже нельзя не расслабиться. Тебя лагает ящик? Чуть-чуть, да. Отлично. А. Да, про резет я еще иногда забываю все-таки. Потому что вроде, ну, как-то кажется нелогичным, тут-то можно идти. Зачем резет? Мозг не любит странные страты. Ничего, привыкли. Я рисую, если что. Че я жду? Блин. Ага, ты сбился тем, что я фигней страдал? Да. Забудь, можно жамкать тогда, только не в стену. Да, понажимал немного. Что? Как? Ладно. Ненавижу вот эти участки, как же я их ненавижу. Чё-то вообще забыл, как они делаются на секунду. Очень сложно, ну очень сложно, я не понимаю. Ну а, спасибо. Как это произошло? Почему я хотел сплит нажать, а? Чё с моим мозгом? Потому что S была большая написана. С третьей попытки это цех пошло. То есть это будет самым сложным сливом. Ой, там большое сообщение, если это мне, то я не могу прочитать по двум причинам. Во-первых, некогда, во-вторых... Плохой цикл, плохой цикл! Попробую, конечно. Во-вторых, я его даже полностью не вижу. Серьезно? Я бы успел! Ну, я не специально слился. Я говорю, что-то у меня вообще сейчас не идет, я не знаю. Ну... Ну чё, сейчас... А, у меня тоже. А, ты рестартнул, что? А я там стою, жду, обычно тебя в это время могу отвлечься. Да, ну конечно, ну вы должны понимать, что с чтением чата на таких спидранов тяжело. Это не Камиле, где, ну по крайней мере с моими результатами, где можно там посидеть, почитать чат. Ну вообще, это почти Камиле, конечно, сейчас. Ну, а что? Ладно. Я вообще не знал, что так можно. Я... так. Даже несложная часть. Ну, и из хороших новостей мы идем намного лучше, чем я думал. Что тут так пойдет? Как ты думаешь, сколько... Потому что есть время, чтобы посливать? Да, как ты думаешь, сколько на таймере сейчас? 50. Нет, час. Ровно. Но я просто думал, что типа саб 2 это было бы хорошо, но... Если мы сейчас будем играть как обычно... Ладно, не буду договаривать эту фразу. Да. Привет, Хайп. Привет, Хайп. Шмаказа ты не очень пропустил. Ну, ее не было, потому что я был не хостом. Шмаказа была на моем экране, да и то.
Я тоже почти. Ну, к счастью, тут довольно сейф, его можно играть и вовремя отпрыгнуть. Время, конечно, теряется, но это мелочь. Лучше, чем убиться. Хотя, если один убьется, ничего страшного. Сейф не стоит этот пропускать. Да, вот я... Не взяли сейф? Нет, а... просто говорю. Все, закончили. Надо слиться за два раза. В прошлый раз мы весь сегмент с первой попытки прошли. В принципе, этот сейф, конечно, можно игнорить, но если бы время шло, так прям... Блин, не важно. Ну, если бы очень было важно время, потому что один из нас точно проходит. Ну, я не помню, чтобы я там вообще умирал. Я последний раз проходил этот сейф. Офигеть, я с первой попытки сделал впервые, просто впервые. Круто. В том числе даже на медиуме не делал это с первой попытки. Ну, он там точно такой же участок. Так я в тебя верю. Как же, никогда не расслабляйся и все дела. Ну да, да. А. Хорошо. Ну, что, мы здесь, кстати, вот здесь мы тоже почему-то. Я выключаю. Моя очередь. Но я не ожидал. Нет, там не обязательно сливаться. Но я не ожидал, как бы, и растерялся. Без комментариев. Сложный прыжок, окей? Да. Я, кстати, могу сам себе выключать, пока ты там летишь. Не исключено, что вообще можно одному пройти. Да, надо мне все-таки вначале тебе вот это включать. Ну, который... Но я все равно торможу здесь. Это важно. Я не понимаю, этот прыжок серьезно требует двух фреймов? Мои вроде не, либо не требуют, либо у меня очень стабильно получается. Потому что я уже давно не умирал на этих прыжках. Но как бы они вроде это... немного другие у меня, поэтому... Ну, хз, да. Какая разница, то большая или нет. Есть. Этот прыжок отсюда очень тонкий. Опять нету прыжка. Вот читер. Сейчас ты опять пройдешь первым. Впервые, кстати, такое. Да ну, серьезно. Да ну, спасибо. Да! Я умру. Я умру! А какая-то ни стена не появилась. Да, так она что появляется... мне с привидениями? Ну, так, все тихо. Важно. А, что? О, что происходит? Это 100%, потому что сложно. Браво! Как это произошло? Фигня. О, я взял монетку. Мне стало легче, честно скажу. Потому что ты взял монетку? Да, потому что я ее не мог никак взять, я думал, что все, я вообще кончился. Ну, я заложил, да. Я не попал в квадратик. Один монетку. Черт. Сейчас тоже было опасно. Да, вот я всегда ровно один шанс на это. То есть попасть по кнопке. И он очень тонкий, ну то есть ты вот сразу делаешь. Я не ощущаю, что он сильно тонкий.
Ну, а я ощущаю. Ну, я умру. Все, без воплей. Кстати, в нашем мини-проценте вроде этот сегмент тоже не очень хорошо шел. Там тоже можно улучшить при цепи. Хорошо. Плохо. Не, ну в смысле расстояние было хорошее, просто я завафлил. Я понял. Я умру. Ну почему? Тонкий прыжок. Тебе легко говорить, тебе все тонкие прыжки начать. Тонкий прыжок! От него нельзя избавиться? Можно поменяться, можно. Ой, я сейф его делал, зачем? А, понятно. Неважно! Все, победа, поехали. Вот это победа. Почему это происходит? Ну это бред, такой бред, такого не было за все наши забеги. Может только первый. То... Кстати, я видел очень много, как вот на том, где ты сливаешься, ББФ, кажется, сливался. Прям по КД. И я думал, вот блин, почему он там сливается? Судал там никогда не сливается. То... Это тонкий прыжок тоже. Такой же тонкий прыжок, как у меня в конце. Да. Я не... Новое место. Ладно, все спокойно. Хорошо. Вот сейчас. Да, наш забег ни на что не претендует, кроме единственного ЛР. Второе место же. Ну, подумаешь, да, серебро. 1:08. Кстати, нифигово довольно. Сейчас пройдем ВБФ и побьем. А-за-за-за-за будет. Не, ну это такой себе подвиг прямо сейчас. Так. ВБФ не очень хороший результат. На тебя эти молнии. Какие молнии? Ну ты понял. Ты хоть первую стадию пройди. Да что тут? Давай, все, сейчас будет. Ой. Все, после Дракулы мы не умираем. Аж. В смысле, начинает. Да, начинает Дракула. Плохой патрик. Впрочем, они все плохие. Ты издеваешься? Главное стрелять в нужную сторону. Да, иногда... Так, он целит по тебе. Нет, звезды по мне, луна, солнце по тебе. Сейчас спустит свою... А нет? Ну... Такой ты... Ну ладно. А я очень хотел оказаться справа от солнца, когда оно начнет. Не, я боюсь последней фазы в одиночку, если честно. Хотя, ну... если я не буду пытаться по нему стрелять на платформах, то я, конечно, выживу, скорее всего. Не важно. ББФ мы уже вряд ли побьем. А сколько у него? Сейчас 17. 17? Да. Если 17, то мы можем побить. Ну, ну все, хорошо, одобрение. Отличная мышка. Да вообще. Инвалид. Почему? Первый Дракул. А, это второй Дракул? Да. Ну как ты скажешь?
попытаюсь. У тебя хорошие шансы, так. Такое давление. Правда, на Шайны Брайте ты не растеряешься? Один. А, отлично, два цикла мышек выживать. И вообще, как бы, там, он, типа, на тебя начнет атаковать. Сразу. Нормально все, нормально. Привет, обсервер. Мне просто не надо идти влево. Неважно. Еще не рип. Там сколько его убивать? Минуты 4, да? 5 минут. Забей, какая разница? ББФ и пятый забег, у нас первый. Шайн и Брайт и Скирпи. Ну и вообще, если с самого изначально. О, ну да. Так, давай соберемся все равно. Ну хорошо, давай закончим уже. Все. Кончаем. Так, после кругов он опустится. Не умер. Да, и Скирб он перекочевал в Магнанаймите, если Магнанаймите в К3, и потом уже сюда. А в Кирби это тоже враги, правильно? Да. В Кирби нет друзей. Вроде. Он чарджанулся, он не опасен. Только шажок был. У нас, кстати, синхронизация вроде довольно хорошая сейчас. На не проценте у нас вообще идеальная, как нулевой пинг. Вот больше появился. Черт. Почему он опять на тебя навел? А, он первый раз на меня навел. Первый, второй раз, третий рандомный. Я немного другой мил, ну ладно, сейчас не важно. Блин, не убился. И, о, я чуть не упал. Лол. Чё-то как-то я, блин, тонко сейчас прыгал, конечно. Я только сейчас осознал, что когда дарбоша переворачивается, то мы отзеркаливаем свою позицию. Да ладно, ну лол. Направо строй. Нет, я это понял еще кто со снапом упал. Я не буду стрелять на платформах. А то я сливаюсь сразу. Блин. Хорошо, не стреляй. Не важно. Ну. Я слился все равно. Ну. Чё ж такое-то? Ну. Это бред. Блин. Ну вот теперь уже рип. Ладно. А так это было бы на 2 минуты быстрее.
Неважно. Ну это, да, это... Зато я узнал то, что, не знаю, Дементий убивает тебя своим кружком вокруг себя. О, боже мой. Блин, почему я сливаю эти платформы слишком часто? Даже хотя я даже не стрелял. Ну у тебя просто сейва нету на харде, ты не можешь потренить нормально. Я вообще регулярно перед забегом запускаю Дементию. Я не всегда его прохожу, но пару раз хотя бы. Он просто дает странный рандом на забегах. На оригинальном, на Анипроценте он тоже плохой рандом не дал. Я на первых платформах прям под ним был. Я не мог по нему стрелять. Не важно. Блин, близко. Да, Дементьева, конечно, сложно убивать с первой попытки, когда это нужно. Ну, концентрации. Я сейчас как-то немножко все-таки на расслабоне играю. Типа неважный забег, все такое. Ну, в следующий раз большие голдсплиты можно будет ставить. Вот. Доиграй. Я попробую, ладно. Ну да, я тут соглашусь, что концентрация не та сейчас. Да умри уже. Давай не сольемся на Shining Bright. Мне уже непривычно, когда ты умираешь, потому что я использую другую статку. Блин, а я второй раз умер на драку, да? Лол. Третий! Каким просто образом? Один раз мы ресетнулись. Ой, урон. Урон! Нет, не прыгай! Ну, конечно же, синхрон что-то жесткий пошел. Ты стоял в луне как минимум. Там, в начале, когда она спрыгнула только. Иногда Shining Bright полностью рассинхронизируется, когда, типа, согласно моей позиции, солнце достаточно близко к краю и делает чардж, а согласно твоей позиции, солнце не делает чардж, потому что я достаточно далеко. И дальше идет полная катавасия. Я не знаю, сейчас ли это случилось или нет, но это основная причина, по которой не, полная... Луна-то спрыгивает всегда в одну и ту же точку, когда, ну, вообще начинается ее фаза. Какой точки? Ну я уже настроился, что мне не придется играть сегодня в кого. Я уже мысленно чай пью. Совсем расслабился. Да. Ладно, чайку попить нет. Сейчас солист нас на эти штуки, смотри. Урон, не важно. Я забыл, как это делать, не важно. Повтор. Сейфово играю. Блин, ладно.
Ты серьезно, что ли? Ну блин. Ладно, продолжаем. Подожди, у меня мышка не так. Ну, я не хочу. Плохой угол. Да ладно, саб 2 будет и нормально. Будет, думаешь? Ну, пока есть, давай, пока давай, есть. Давай, заберем. Ты хочешь чай попить? Давай. Нужно работать начать. Ну блин, опять надо сосредотачиваться заново. Видишь? Нет, надеюсь. Нет, 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 нет. А, звезды последние, срань. Что-то у тебя, по-моему, немного звук пропал. Тест. Ага, да, есть. Ну, то тише, по-моему, стал немного. Может, ты микрофон задел? Может быть, неважно. Сейчас поправлю. Вроде норм сейчас стал, забей. Убей! Ну, нет, ты не убил его, ну... Меня зажали фаерболы. У меня зажали пчелки, хотел сказать почему-то. Нет. Ну давай. Сейчас будет чардж, нормально. Ну блин, а я бы это... В тупую луну поиграл бы. Всего больше можно пройти, не нажимая на прыжок. А, именно... А, блин, почему ты их разделяешь? Ну, кстати, его нельзя пройти все равно, потому что шипы. Зараза! Ну, блин! Окей. Спидран продолжается. Давай, все нормально. Я без тебя не могу, стал. А, боже. Ты должен пройти со мной до финала. Должен. Ну, я вообще один раз дошел уже. Да? Да. Ну, но я не процентит. А были сегодня? Нет, в смысле, мы вот только что были, когда еще даже забегали. А что мы не выиграли тогда, блин? Потому что я опять умер до платформы. Помнишь, я сказал еще, что я не буду стрелять? А, я вспомнил. Я слился в упор от лазера. Зачем? Да, точно, был там. Еще разок, и все. Мы уже на Шайной Прайде не были хрен знает сколько вдвоем, если честно. Кстати, сказать, я бы ГГ был бы, если бы он не умер. Да, я видел там паршивый, как в прошлый раз. Ой, сейчас он улетит. Нет, прыгнул. Да успеешь. Ну, ты хотел финальную
Давай. Нет, я сказал финальную, не Бош. Еще Боша надо. Ну блин, на Боше что ли умирать? Что ты совсем уже... забыл про это. Когда-нибудь я забуду про звездочки, придется доджить их в центре. А ты умирал на красных, Бош? По-моему, нет. Ну капец, ну... Я оставлю это без комментариев. Сложная игра. Сложный босс. Уже 20 минут на этом боссе. Расслабились сильно. Да, ну, да, я сейчас, я знаю, почему умер? Я забыл, что он наводит одну из этих. И она меня зажала просто. Ну да, это усталость и расслабление все-таки уже. Ну ладно, в следующий раз уже у нас будет четкая граница спидрана, поэтому уже там до последнего будем. Ну да, будет легче бегать. Что я делаю? Боже мой. Ну давай, все победное, а то я уже что-то залипаю. Один урон. Ты сможешь. Надо активно стрелять, у него много хп. Сможешь. Ты не умер? Серьёзно? Блин, я чуть не впрыгнул. Спасибо. А, нам до Марио. В следующий раз. Да, нам же. Сейчас вместе. До Марио дойти надо. Да, да. Давай убьем его в следующий раз вместе. Блин, ну-ка, это не САП 1. Это САП 1.30, боже, может быть. Я посмотрю, может наша Маказа не засчиталась. Засчиталась. Давай, там 10 секунд осталось. Час 29.45. САП 1.30. Ну, по крайней мере... А, давай в кредит это прыгнем. Это, по крайней мере, это законченный 100% забег. Первый у нас. Да, нормально, на первый раз сойдет. Фух, да, это было, конечно, довольно потно именно из-за того, что... Ну, во-первых... Ну, Дементию плохо. Во-первых, тяжело спидранить, когда страты плохие еще там, ну, на боссов там и на секретке, мы ничего не знали толком. И да, на Дементию что-то уже совсем сложно пошло. Ладно, добили. Ну смотри, может быть имеет смысл отдельно бегать 100%, отдельно и не процент. В смысле не в один день? Да нет, я не думаю. Ну, как знаешь. Я не против бегать в УПМ. Я в принципе нормально себя чувствую. Если собраться... Ну я еще, видишь, бегал в одиночку перед стримом. А, ну да. Может быть просто, тебя из-за этого... Ну тебя, я прочитал твое сообщение и ждал в итоге, думаю, чем заняться. Понятно. Все, thank you for playing.